Днем ангела, дорогие именинники! В 17 веке, в начале его, Русь погрузилась в пучину бед, общее имя которым – смута. Отсутствие твердой, а что самое главное – законной государственной власти, разбойники, шалящие по дорогам, иноплеменники, зарящиеся на русский престол, оставшийся якобы незанятым. Люди перестали сеять и пахать, торговать. Люди стали воевать и озлобляться, запирать свои двери. Это все погрузило Русь в жуткую пучину бед, грозивших уничтожением самого государства. Как всегда, в тяжелые времена русская земля выстаивала милостью Божией и молитвами праведников, живших в это время. Об одном из них сегодня наши краткие слова. Звали его Иринарх Затворник Ростовский. Святой Иринарх родился в Ростовской области, в Ростове не на Дону, а в Ростове Великом, в том, который близ Москвы. Родился в крестьянской семье, до 30 лет жил обычной крестьянской жизнью, впоследствии принял монашество. Ему пришлось сменить несколько монастырей. В одном из них Иринарх в монашестве, так его стали звать, потому что до этого он был просто Илья, Иринарх отдал свою обувь одному нищему и стал ходить босым, что не понравилось игумену. Игумен посчитал это непозволительным юродством и стал смирять этого монаха, который якобы начал, понимаешь, так щедро себя вести. Он заставлял его на морозе ходить босиком, долго звонить в колокола, не пускал его на трапезу и многое другое делал с ним, чтобы смирить его, эту такую гордыню, как ему казалось, на самом деле стремление к святости. Иринарх сменил несколько монастырей, в каждом из них ему жилось нелегко. Каждый раз братья монастыря, ленивые, по большей части и самодовольная, возмущалась подвижнической жизнью этого человека. Иринарх был интересен тем, что носил тяжелые вериги на плечах, на поясе, на ногах, а еще в руках имел тяжелейшую железную палку, которой бил свое тело, побеждая различные похоти. Именно этой палкой он впоследствии выгонял бесов из бесноватых, если кого ударит ею, то непременно исцелит от того или иного недуга или же прогонит страсть, загнездившуюся в человеке. К тому времени Иринарху было открыто, что на Русь придет Литва, и что Русь будет в большом смятении. Он со слезами молился Богу о судьбе своего отечества. И когда, наконец, поляки и литовцы пришли и до Москвы дошли, и захватили все кругом, начали жечь и рушить, грабить и жечь, Иринарх продолжал свои молитвы. В его келью пришел князь Сапега и просил его молиться о Дмитрии, которого мы называем законно Лжедмитрием, на что Иринарх сказал: «Я русский человек, в русской земле крещен, молюсь за русского царя». Тогда им был Василий Шуйский. «Твоя правда, батьку», — сказал Сапега, — «в какой земле живешь, в той земле и служить нужно». Сапеге Иринарх сказал: «Уходи побыстрее отсюда, иначе быть тебе мертвым». Князьям, которые воевали против поляков и литовцев, он послал просфору, благословение, говорил, что узрят они славу Божию. Молитвами его и таких, как он, действительно Русь была освобождена от нашествия поляков и литовцев в том далеком 612 году. После Иринарха осталось много медных крестов, различных заклепов, которые он вешал на руки и на ноги, на пояс, железная палка эта пресловутая, от легкого удара которой люди исцелялись и бесы выходили с воплем из людей, одержимых ими. Прожил он в монашестве 38 лет, а постригшись в 30-летнем возрасте, значит, всего-то ему было от роду при смерти 68 лет. Имя его означает «начальник мира». Пришлось ему жить в тяжелые времена, когда слово «мир» вообще почти исчезло из лексикона русских людей. Ему же в это время пришлось стяжать мир в себе, а впоследствии делиться им с окружающим. Ну и слава Богу, что всегда, как бы ни было тяжело, есть люди, внутри которых не смута и не брань, и не вопль, и не уныние, и не распря, а именно мир. Им они и делятся с нами. Кроме Иринарха мы сегодня поздравляем Илиазара, Петра, Якова и Ермила с Днем Ангела. С Днем Ангела вас, дорогие именинники! Радуйтесь! Имена ваши написаны на небесах.